Конституционный суд общей юрисдикции. Напоминаем, что информацию о работе Третьего Конституционного суда общей юрисдикции вы можете получить на официальном сайте суда в сети интернет. Уголовная коллегия, здравствуйте. Здравствуйте. Я вчера звонил, по-моему, с вами разговаривал по голосу. Переключили мне на помощника судьи Кривенко Валерия Андреевна. Звонок так не состоялся, я час ожидал на связи, но никто ни трубочку не взял. По поводу возвращения уголовного дела. Помните? Я поняла. Давайте я вас не соединю, трубочку не колдите. Угу. Да, здравствуйте, Третий Конституционный. Здравствуйте, меня зовут Мамаев Владимир Владимирович. Получил вчера информацию, письмо о том, что уголовное дело возвращено в суд первой инстанции в связи с тем, что якобы я пропустил срок на подачу кассационной жалобы, что не соответствует действительности. Хотел бы все-таки понять, как теперь решать эту проблему, потому что... Да, канцелярия уже доложила, что сейчас звонили, и я сообщила судьям. Мы будем принимать соответствующее решение. Я запишу ваш номер телефона, чтобы... Да, запишите, пожалуйста. Можете подсказать? 921-6-1. Да. Так, я вам позвоню в течение дня. Ага, Мамаев Владимир Владимирович. То есть я предполагаю, что дело наверняка также уже в Мурманске находится, раз я письмо получил, скорее всего, с такой же скоростью шло. Соответственно, чтобы как-то это ускорить. Нет, потому что там бандероль. Я вам сообщу итог. Угу. Хорошо. Просто смотрите, ну сами понимаете, с 6 февраля, сегодня уже скоро лето будет, и столько времени, и моя кассационная жалоба не рассмотрена, как-то не есть хорошо, такие сроки нарушаются прям. Да, я понимаю. Саму кассационную жалобу держали здесь, в районном суде, очень долго. То есть, якобы, как мне пояснили, что прокурор должен был предоставить возражение. Ну, то есть, он там почти 3 месяца возражения писал, но это тоже смешно. И тут сейчас вот с такой ситуацией сталкиваюсь, что как бы, ну, дело обратно возвращается. Да, я вас понимаю. Хорошо, я вам сегодня позвоню, сообщу итог. Угу. Хорошо, спасибо большое, буду ждать. Спасибо, до свидания. Да, да.